Здравствуйте, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня 13 июля, и мы копаем чеснок. Нужно сегодня срочно успеть, так как на завтра у нас опять обещают сильные дожди. К сожалению, боюсь сейчас за качество звука. Как при посадке чеснока, так и сейчас при уборке чеснока сильный ветер задувает в камеру. Так вот, сегодня нужно успеть убрать, и так как до этого у нас шли сильные дожди, земля очень сырая, копается тоже тяжеловато, на лопату налипает, на сам чеснок тоже налипает, вот такая земля, все обираем вручную, и я думаю, что в этом году, сейчас немножко землю струхиваем, землю с чеснока, и буду его я обмывать. В прошлом году у меня такая же ситуация была с гладиолусами, когда я выкапывала гладиолусы, была земля сырая, луковицы гладиолуса были все в земле, но в том случае я тогда замачивала в тазах, вымачивала землю и уже просушивала луковицы. Сейчас я хочу попробовать его помыть, уже разложить на плитке, я покажу вам, и небольшим напором с керхера промыть и положить на просушку. Чеснок очень хороший, я, честно сказать, вот посмотрела на свою плантацию, немножко сначала расстроилась, думала, чеснок будет мелковатый, у меня всегда хороший чеснок урожал, тут как-то вот именно сама, так скажем, вылка, сам стволик показался мне небольшим, поэтому я думала, что будет очень много мелкого. Но нет, мелкого почти не встречаю. Но есть средние луковицы, а что прям вот мелкий-мелкий, нет, такого нет. Сейчас без мелкого, то, что я нашла. Ветер, к сожалению, все прям сильный. Вот то, что в сравнении. Вот хороший крупненький, и вот такой вот средненькая головка. Поэтому, как буду мыть, я вам покажу. На что бабе огород, коли баба стара, коли бабе за 100 год, хитник певна зара. Лепш отдать гэты садок, дзяўчынцы прыгожай. Хай густенький вишнячок у садку размножа, хай густенький вишнячок у садку размножа. Будь ладно у тяньку летом поляжати, пёкным хлопцам под руку двойши погулять. Будь вишенки взрывать, девчинка поспелы. И с дружочком частовать. 10 часов вечера. Закончили уборку чеснока. Сушатся теперь они на таких сеточках. Сеточки это у меня еще делал мой папа с советских времен. Очень удобные у нас эти решетки. Раньше сухофрукты на них сушили. Также чеснок. Еще я использую ее под просушку луковиц гладиолуса. Очень удобная вещь. Поставила я просто их на пластиковые ящички. Сейчас темно не видно. И таким образом они стоят на у нас, это просто навес, вверху крыша, стен здесь нет, и будет здесь хорошо просыхать, продувать. Солнце сюда не будет попадать, очень удобно. Значит, вентиляция будет полностью снизу и сверху. Чеснок помыт, но задача у меня не стояла вымыть его полностью от грязи. Чтобы земли не осталось, мне надо было просто убрать лишнюю землю вот с корешков. Вот эта вся грязь, которая сейчас видна, она при высыхании вся осыпется. Чесночок будет чистый. Значит, что осталось нам? Завтра, послезавтра посмотрим по состоянию чеснока, как он просушится. И будем уже убирать вот такие вот эти вот волоски, корешочки. Еще мы когда уже убирали, потом оказалось, очень легкий был способ не просто вытрухивать землю. Вот так вот мы оббирали пальцами, и мама помогала, и струхивали.
И оставалось очень много вот таких вот волосков. В дальнейшем, когда уже мы приспособились, просто этот комок грязи брать и прокручивать. То есть лишние волоски отрывались, быстрее это прочищалось, и остается вот буквально потом ножничками пройтись, немножко вот срезать. То есть не вот такое вот прям много сидеть и обрезать, а вот по чуть-чуть. Так что сколько лет копали чеснок, первый раз такое на себе на заметку мы взяли, что можно упрощать себе задачу. В общем, урожаем я довольна, урожай хороший. Ну а на сегодня это все. Ставим лайки, пишем комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Ай, густенький вишнячок, у садку родного, ай, густенький вишнячок, у садку родного, ай, густенький вишнячок.